творческий путь народного вокального ансамбля казачьей песни «Богатица». За это время коллектив завоевал любовь и уважение публики. История казачества – это неотъемлемая часть прошлого Оренбургской земли и всей страны, а также важная составляющая настоящего и будущего России. Все величайшее наследие светлых, честных людей помогало выживать, жить и побеждать, пронося сквозь эпохи, столетия и года святой для каждого казака девиз: «Душу Богу, сердце людям, жизнь Отечеству, честь никому». На сцене народный вокальный ансамбль казачьей песни «Богатица» Ташлинского районного дома культуры, руководитель Елена Давыдова.